Подожди. Давай, иди. Конкуренция. Видел, блядь, у него прям во время полета говно, короче. И там оно за ним полетело. Короче, идем дальше. Ты наведешь? Да, они все разлетелись, и поэтому... Степа снова собирает свою армию. Сука, не могу, блядь. Только избранные, да, остаются? Ну вот, молодцы, пацаны, давай. Та-та-та-там-там-та. Только избранные выпитаются. Ладно, идем дальше. Направляемся к центру улья. А ты, главное, сбоку стой, со стороны. Интересно, тут вороны были. Они бы тебе глаза выклевали. А какая разница, если вороны? Ту-т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 у. Ну и чё? Них чё, нюх, что ли? Ой. Опа. Всё. А вот они, ты, в смысле? В смысле? Стёпа, вот идут. Иди в одну сторону. Стоп, иди туда. Куда, блядь? Стёпа. Задом иди. И изображай дудочку. Да не, я её кусать хочу. А? Где митинг? Вот здесь будет митинг. Нет, будет? А, не знаю. Нет, я тебе дам. Давай. Это твоя армия? Это моя армия. Как она называется? Армия голубей. Степа, давай крестовый поход сделаем. Давай, пошли. Пошли туда. Вперед, давайте, завалим, ребят. Крестовый поход. О, большой голубь, смотрите, он мне не нравится. Девочка, не надо! Нет! Только не мою армию голубей. Нам потом опять придется их собирать. Мы их так долго собирали. Я хочу их в армию собрать. Ой. Ну что такое? Ну все, армии нету. Больше. Армия отсюда. Вот это... Вот ОМОНовцы, черт возьми. Большевики гадкие. Ой, подожди, силовики, а не большевики. О, давай. Все сюда, вот все сюда. Пойдемте купим хлебушек, кстати. Где ты возьмешь? А, подожди. Денег же почти не осталось. Ну все, короче, я вырубаю.